Несмотря на то, что пожар произошел на улице Северной, о возгорании узнали жители сразу нескольких улиц. Клубы дыма были видны из разных точек центра Сочи. Запах гари донесся и до завокзального микрорайона. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:25. Огонь охватил третий этаж, чердачное помещение и крышу офисного здания на Северной 7. Пламя охватило площадь в 180 квадратных метров. Пожар потушили 17:38 минут. От пожара охраны задействовано 7 единиц техники, 10 человек личного состава. Эвакуировано 20 человек, работало 4 звена газо-дымозащитной службы. На помощь огнеборцам из центральной пожарной части прибыли дополнительные силы из Хостинского района и Мамайки. На сегодняшний день ориентировочная причина пожара – неисправность электропроводки. Пострадавших и погибших нет. От медиков понадобились лишь успокоительные средства для работников офисов и коммерческих фирм, расположенных в здании. Помещения там арендовали рекламные агентства и картинная галерея. Кафе «Аквариум» на первом этаже лишь залило водой. Ущерб устанавливается.